Привет всем друзьям! Мы сегодня со Златой неожиданно попали на выставку кошек, проходящую у нас в Одессе. На прокладке смотри, смотри, какие кучерявые кошечки. Похоже на сфинкса, только немножко волосатый. Ой, смотри, Злата. Ваши тоже такие интересные. На секвай. Вот, вот занят. Посмотри, как он был. Прикольный. На Злату так посмотрел. Кошайка. Хорошо, что не жалко. Вот это все, смотри, какой квадратный. А, плоскомордый. А вот, смотри, как. Это его, наверное, тоже друзья. Красивый зайчик. Мой, как. А ну вставай. Застесняли. Вставай. Вставай. Какой кисюня. Как тебе, Златочка, нравится? Они все такие флегматичные микуны. Скажи. Тигр, тигр. Тигрюля. Ай. Любит на камеру попозировать. А это маленькие. Нету породы. Где-то пишут, где-то не пишут. А ты не видишь? А это мне не поступает. Алина сейчас выступает. Смотри, какой белый с черным. Я с ним не какие повыше. Сколько вашим... Тот, который продается без месяца. Это серый или белый? Серый, да? 10 месяцев. Такой же крупненький. Ну, это же мейн-кун. Ого! Он двигается. Красавчик. У него хороший характер. Отлично, он такой спокойный, развеянный. Не игривый. Ну почему? Будет играть, будет играться. Это мальчик, да? А этот красавец еще и награды себе заполучил. Это у нас новый партнёры. Это его сумка! Это девочка! Девочка, ты определила, да? Сумка его! Выпустить. Он, наверное, участвовал сегодня? Да. Ой, смотри, это слава. Это боится зайчик. Боится. Шарика, да? Да, наверное, шарик.
Или он не может понять, что у него прозревающая запрещает. Смешно этот комик. Печальный взгляд такой. Печальный взгляд такой. Смотри, смотри, запомни. Я не хочу. Работай по мамам. Я думаю, да, это мама или папа. А вот как эти, как удавщики спят. Ай, какие красивые, красавцы, призеры. Смотри, сколько у них призов. Да. Посмотри, сколько они призов, как они выигрывали. Какие они большие они малыши. Там, да? Они там. Три какие. Ой, Лёшки, смотри, как смешно было сидеть. Белый пух. Хороший. Белый пух. С рыбкой. С рыбкой. Ну отдыхай, отдыхай, Кися, успей. Вот, смотри, сколько их много, Злата, смотри, сколько здесь много их. Одни головы торчат и мотки. Смотри, посчитай, сколько их, Злата, а ну посчитай. Сколько их штучек? Четыре, да, папа? Смотри. Нет. А вот рот особенно смешно. Их чуть-чуть больше. Раз, два. Нет! Подожди, а, вот! Раз, два, три, четыре, пять! Ай, пять, по-моему! Кошек.
мы посмотрели всех-всех-всех пород, все были очень довольны. Сейчас Лата тоже покажет, какой она прикольный купила. Взяли на память себе магнитик на холодильник, покажи. Магнитик, так, и кубок показали. О, вот такой у нас красивый магнитик с кисей, милейший, красавец. А еще у нас гремит, да? А еще у нас гремит, да, дождь пойдет. И покажи свой кубок. Лате еще подарили кубок. Не бойся, не бойся. Вот такие у нас призы. Нам очень понравилось смотреть вот всех кошечек. Вот сюда он тебя положим, медаль. Прям сюда. Надеюсь, вам было с нами весело. Вы получили такое же удовольствие, как и мы. И надеемся, увидимся с вами в следующих наших видео. Всем пока-пока. Пока-пока. Ставь лайк, если понравилось видео. Ух ты!